26 мая во дворах города Каспийска состоялось мероприятие, посвященное предстоящему Дню соседей. В этот вечер все жители двора собрались, чтобы отпраздновать такой светлый и добрый праздник. Отметим, что мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Единая Россия». Началось празднование вступительной речи представителя данного проекта и по совместительству председателя собрания депутатов муниципалитета Абдулвахида Джаватова. Сегодня день соседей отмечается уже 25 лет. Это партийный проект партии «Единая Россия», который призван объединять соседей, людей разных возрастов, разных конфессий. Вот такие проекты у нас были чаще. И чтобы вот такие проекты объединяли нас, чтобы мы друг к другу относились более лояльно, более правильно. И чтобы такие проекты сейчас больше в дворах. Так, для жителей города были накрыты столы с различными угощениями, а в центре двора развернулась концертная программа от воспитанников Дома детского творчества. С тобой мы очень разные, но все же улыбками своими так похожи. Я руку протяну себе навстречу, станет наша дружба только крепче. Подобные празднования прошли в трех дворах города: по улице Пригородная, дом 5, Абдулаева, дом 1 и Каспийское шоссе, дом 24. В этот день во дворах царила настоящая дружеская атмосфера. Соседи общались, делились новостями и наслаждались праздником. Такие мероприятия очень хорошо устраивать. Люди объединяются, как-то стараются друг другу помогать. Если что-то, можно и на субботник людей вызвать. И самое, мы очень довольны. Вы знаете, у нас получается, если лето наступает, у нас иногда люди тоже сами собираются, чай выносят. Вот, и самое дружное, да. Если раньше были у нас проблемы, например, мы и сами и почистим, и уберем, тоже раньше вот такое было. Сейчас, правда, необходимости нету, они хорошо свои обязанности выполняют. Отметим, что организатором мероприятия также выступил управляющий компанией «Калибри», «Эталон Сервис», «Респект», МКУ, Управление культуры и молодежной политики, ПК «Спорта и туризма» и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Каспийска.